Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня приготовим сырники из рисовой муки. Итак, начнем. К 300 граммам 18% творога добавляем 100 грамм творожного сыра без добавок. У меня это творожный сыр Альметте. Творог берите гладкий, однородный, без крупинок. Если все-таки вам попался творог с крупинками, тогда предварительно его нужно протереть через сито. Добавляем 2 яйца первой категории. Если категория отборная, то берите одно яйцо. Перемешиваем массу вилочкой до объединения ингредиентов. Всыпаем 1 столовую ложку сахарной пудры, ванилин на кончике чайной ложки, щепотку соли, 2 столовые ложки с горкой рисовой муки. Вмешиваем все в творожную массу. Сковороду слегка смазываем растительным маслом с помощью кисточки. Влажными руками берем немного теста и формируем сырничек. Обваливаем его в рисовой муке. Выкладываем сырники на сковороду, обжариваем с одной стороны до золотистого цвета, затем переворачиваем. Закрываем крышку, жарим сырники под крышкой около 2 минут. Затем выключаем огонь, даем им постоять под крышкой около 3-4 минут и подаем. Сырники из рисовой муки получаются очень мягкими, нежными, воздушными. За счет наличия в их составе творожного сыра они приобретают некоторую шелковистость и сливочность. Подавать такие сырнички лучше всего со сладким вареньем, так как в составе количество сахара незначительное. Попробуйте приготовить и вы. Спасибо, что посмотрели видео. Делитесь в комментариях своими впечатлениями. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал. И также при желании вы можете поддержать канал финансово. Все ссылки в описании под видео. Всего вам самого доброго!